Друзья, всем привет! Дневник благодарности. Сегодня день номер 133, как мы делаем практику благодарности каждый день. Развиваем свою осознанность, контролируем свое внимание, ведь куда направлено внимание, туда течет энергия, меняем свое мышление. Как только мы поменяем свое мышление, мы сможем изменить свою жизнь. Мы контролируем свою осознанность, фокусируемся на плюсы, на благодарность, тем самым притягиваем в свою жизнь еще больше изобилия и процветания. Когда мы благодарны, мы автоматически выделяем гормоны счастья, серотонин и дофамин. Мы не можем одновременно благодарить и одновременно думать о плохом. Поэтому мы меняем свое внимание, меняем фокусирование на плюсы и тем самым создаем благоприятные условия для своего внутреннего состояния. А то внутреннее состояние отражает наш внешний мир. То, о чем мы думаем внутри, происходит снаружи. Так работают законы Вселенной, так работает практика благодарности и тема осознанности. Я надеюсь, вы сделали свои 10 благодарностей. За сегодняшний день сфокусировались на плюсах, на том, что у вас есть, на ваших всех возможностях, поблагодарили за ваше окружение и выработали правильную привычку. Досмотрите это видео до конца, и на своем примере я сделаю свои 10 благодарностей. Поехали. Первое, я благодарю за то, что встал сегодня в 6 часов утра. Второе, я благодарю за то, что сделал утром зарядку. Третье, я благодарю за то, что помедитировал, попланировал свой день. Четвертое, я благодарю за то, что почитал книгу и уделил время на саморазвитие. Есть такое правило 20-20-20, то есть вы уделяете время. Утром просыпаетесь 20 минут, вы делаете зарядку, физические упражнения, просыпаетесь после сна. Второе, вы делаете планирование, вы медитируете, самонастраиваетесь. Третье, вы уделяете время саморазвитию. Вот такое вот правило, очень полезно, советую всем его применить в своей жизни. Пятое, я благодарю за все те возможности, которые у меня есть. Шестое, я благодарю за своих клиентов. Седьмое, я благодарю за денежные вознаграждения. Восьмое, я благодарю за воду, которую мне привезли сегодня, вкусную. Девятое, я благодарю за еду. Десятое, я благодарю за крышу над головой и благодарю Вселенную за все то, что она делает для меня. Как видите, простые благодарности, все просто, ничего сложного. Всегда можно за что поблагодарить, всегда можно сфокусироваться на плюсах, тем самым выработать правильную энергию и развить в себе осознанность. Вижу себя и вижу реальность. Важно это делать каждый день. Мы состоим из привычек ежедневных, и то, что мы делаем сегодня, будем делать и завтра, и так изо дня в день. И если вы каждый день делаете какие-то отрицательные, негативные мысли, думаете, то, скорее всего, вы переполнены негативными программами, которые вы будете транслировать и завтра, и послезавтра. Но есть хорошая новость, вы можете поменять свое мышление, вы можете поменять свои установки и убеждения, и настраиваться на более правильные привычки и формировать свою счастливую жизнь. Обязательно поблагодарите за сегодняшний день, оставляйте свои благодарности под этим видео, я обязательно все прочитаю, оставьте лайки, я обязательно всех просмотрю, это будет ваша благодарность. Ну и по традиции, благо принимая, приумножая и возвращая. Всех благодарю, всем пока!